1 февраля в Ненецком округе начался прием заявлений в первый класс. В этом году школьный звонок впервые прозвенит для 700 дошколят. А вот за партами какой школы им предстоит обучаться, будет зависеть от места проживания. Территориальный принцип зачисления необходим для разгрузки некоторых школ. Так, 3-я и 4-я школы традиционно испытывают перегрузку. В этих образовательных учреждениях учатся дети со всех районов города. Теперь за каждой школой будут закреплены адреса, которые и определят список первоклашек. Территориальный принцип будет действовать на первом этапе зачисления с 1 февраля по 30 июня. На втором этапе с 1 июля по 5 сентября можно попробовать записать ребенка в другую школу. Второй этап уже пытаются и должны иметь определенный успех. Почему должны? Потому что очень сложно в нашей ситуации, потому что мы понимаем, что первоклассников очень много. И очень многие родители хотят идти именно в ту школу, которая считает для себя лучшей. Каждый родитель определяет, ведь мы понимаем, не только же саму школу, но и самого учителя, куда они хотят его определить. Списки адресов, которые закреплены за каждой школой, можно узнать в образовательном учреждении и в профильном департаменте. Прием заявлений уже стартовал в сельских школах и поселке Искателей. С 8 февраля он начнется в школах Наринмара, в том числе в средней школе имени Пырерки. В этом году учреждение стало общеобразовательным. Чтобы познакомить родителей с педагогами и условиями обучения, школа проведет «Дни открытых дверей».